Мне хочется более подробно рассказать и объяснить, как действует рецепт с живым огурцом. Потому что у многих он вызвал просто улыбку и шутки. На самом деле это действительно серьезное лечение, в котором каждый компонент имеет очень большое значение. Почему откусывают огурец? Потому что, во-первых, из огурца начинает выделяться огуречный сок. Это целебный сок. Во-вторых, огурец не становится настолько жестким, то есть он становится более мягким и меньше травмирует геморроидальные узлы. Следующее. Почему смачивают именно слюной, а не маслом? Потому что, опять же, важно, чтобы огуречный сок питал прямую кишку и как раз геморроидальные узлы. Следующий очень важный момент. Почему именно не отрывается ботва? Потому что если сок очень быстро впитывается, а в прямой кишке идет быстрое всасывание жидкости, то как раз ботва дает возможность, чтобы огурец все время был в тонусе, чтобы он все время отдавал сок, но не спадался, не становился мягким. И следующее, конечно, я не ожидал, что живой огурец еще и вызывает такой психотерапевтический эффект. Потому что я уверен, что очень многие люди получили запас энергии, улыбки, смеха, потому что отнеслись к этому с юмором, смеялись, и мне это тоже очень приятно.